Всем привет! Сегодня 20 марта. Вот птенчики растут. Папаша кормит. Сколько там? 5. Ну, все, улетели сейчас. Кормить будет, они его все окружат. Подрастает потихоньку. Сейчас должны ко мне приехать. Хочу черноголовую самку на желтого самца поменять. Еще тут парочку сделать. Вот эту вон. Где она там? Вот эту черноголовую. Я сегодня отдам. Меняю на желтого самца. Туда сегодня закинул двух желтеньких птенцов, а то не мешает. Здесь у меня желтые опять вылупились. Вот от этой пары два птенца уже вылупились. Ждем остальных. Это приехали ко мне кольца. Теперь буду кольцевать несъемными. Потому что сегодня первый день. Через дней 5, во вторник, в среду попробую. Скоро у тростников там должно что-то вылупиться. Вот 4 яичка. Посмотрим, что. Я уже забыл там какого. Они снесли. Ну, я думаю, тоже где-то к концу марта. Ищем все невесту вон этому синему. Ни у кого нету пока. Одну самку там предлагали мне, но она очень старая. Во, вся банда в сборе. Первый раз у меня такая орава, блин. Бедный папаша. Ну, вроде он нормальный. Самка, конечно, он чуть-чуть ободрана. Это вот от этих птенцов. Самец нормальный, как ни в чем не бывало. Кормит. И еще готов потомство завести. Молодец такой. Вот это первый у меня самечек удачный. Купил его и с него все пошло. Брал я его зеленым, потом подобрал ему самочку, и вот так у меня потихоньку разрослось. В этом году, наверное, еще больше разведу. Переедут они скоро у меня на дачу. Будут там жить, у меня там места много. Сделаем там, выделю целую комнату. Будут жить там. Такую жердочку им повесил. Уже яйца смолотили, сейчас добавлю еще. Хвост у него как у павлина растет, блин. У меня вот эти присады были, у него аж там не помещается, пришлось чуть-чуть отодвинуть, а то он гнется у меня. Это я не подумал. В следующий раз буду делать пошире чуть-чуть. А то он с утра просыпается, он у него загнутый весь. Потом полетает, выпрямляется вот эта спица, как ее называют. У этого вот красного всегда прямой, а тот у него подлиннее. С утра весь загнут. Ну, сейчас отодвинул немножко. Вроде прямой стал. Но тоже самечек запел. Наверное, скоро.
пойдет линять. Уже грудка у него пошла. Грудь будет фиолетовая, наверное. Полезли пеньки там на голове красные. Сейчас надо будет подсыпать. Яйцо уже все смолотили. Поют, весна. Будем побольше делать пар, побольше птенцов. Сейчас тепло будет, я вообще надо их на улицу вынесу. Здорово, друг. Улетел.